В Иерусалиме открылась 26-я международная книжная ярмарка. Эта престижная книжная биеннале впервые состоялась в Иерусалиме в 1963 году, ровно 50 лет тому назад. В 1963 году ярмарку в Иерусалимском центре конгрессов открывал Бен-Гурион. В течение последних лет эта почетная роль предоставляется президенту Израиля. Началось биеннале с церемонии вручения престижной литературной премии Иерусалима. Она присуждается писателю, наиболее ярко отстаивающему идею свободы личности в обществе. В списке лауреатов Макс Фриш, Эжен Ионеску, Грэм Грин, Артур Миллер. «Это просто чудо видеть свое имя в столь престижном списке и большая честь для меня», сказал нынешний лауреат, 57-летний испанский писатель Антонио Муньос Малина. Он автор более десятка романов, а самый известный «Польский всадник» стал бестселлером и переведен на русский язык. Как и в прошлые годы, приезды писателя в Иерусалим пытались давлением и угрозами помешать пропалестинские и исламистские организации. Иерусалимская книжная ярмарка проходит 5 дней. 500 издательств из 30 стран мира представили более 100 тысяч книг на разных языках. Радует и бесконечное разнообразие тем, и потрясающее современное качество печати, и фантазии книжных дизайнеров. Но еще больше не перестает удивлять огромное число людей, которые в век букридеров приходят, приезжают из других городов, посмотреть, полистать, подержать в руках эти томики, альбомы, фолианты, ощутить знакомый книжный запах. Как можно читать на ридере, скажем, я не знаю, там Цветаева, Мандельштама или там Бродского, Гумилева? Невозможно. Все-таки должна быть хорошо изданная книга. И слава богу, я успел пройти, посмотрел израильские некоторые книги. Здесь хорошая полиграфия. Вообще книга – это, наверное, одно из самых великих изобретений человечества. Как было сказано однажды, что больше, чем золото, мир изменил свинец. И не тот, что в пулях, а тот, что в типографских литерах. Станислав Белза – участник многочисленной российской делегации. Национальный стенд России на Иерусалимской книжной ярмарке традиционно один из самых крупных и самых многолюдных. Знаете, в этот раз мы собрали все свои силы и все свои возможности и привезли очень большую делегацию. У нас 15 человек. Говорю, это и прозаики известные, как Улицкая, и Виктор Шендерович, и Белза, и Дементьев. Нам здесь комфортно, нас здесь ждут, и мы это чувствуем. И с радостью приезжаем раз в 2 года. Кроме книжных стендов, ярмарка – это встречи с писателями, издателями, дискуссии, семинары. Это литературное кафе, то есть неделя настоящего книжного праздника, информации, впечатлений и просто удовольствия для тех, кто еще читает. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для РТН, Израиль.